Я скажу вам по секрету, так бывает. Сказка вдруг наш свой мир нас приглашает. Отгадай мою загадку. Спасибо!
и много о тебе говорили, правда, ребята? Да. А ребята приготовили для тебя стихи. Лиза, Катя, Ваня и Степан. Мокрая дорога, много капель на стекле, а тепла немного. Как осенние грибы, зонтики мы носим, потому что на дворе наступила осень. Иван. Thank you.
Немножечко
хочу, чтобы вы поиграли перед тем, как я отдам вам эти листочки. Поиграйте со мной. Да. Жаль, такую интересную игру. Ну-ка, миленько, подержи-ка мой лосок. Какая палочка. Так, листочки тебе не дам. Не-не-не. Отдам, когда задание мои справится. А мне нужны, миленькая, два мальчика и две девочки. А я сейчас пошарю, разбрасываю грибочки везде. Вот у меня дети здесь. И листочки раскидаю, и грибочки. Вот, вот так. И листики сейчас покидаю. Так, мужчинки мои, будущие защитники, будут собирать грибочки. Вот ту самую корзиночку. А девушки-красавицы будут у меня собирать листики. Много-много листиков. Вот столько. Вот сюда в корзинку. Задание понято? Да. Девочка, что вы будете собирать? Что будете собирать? Листики. Молодец. А в какую корзинку-то будешь складывать? В какую корзинку? Туда? Вот, молодец. Вот в эту корзинку. Мальчики, что будете делать? Куда собирать? В какую корзинку? Молодцы. Ну что ж, ну давайте музыку. А мы с вами поддержим. Thank you.
вместе держит на массе. Ой, а я что-то вам еще приготовила. Ой, миленько, спасибо. Обруч у меня есть волшебный, о какой. Встаем все со стульчиком, буду с вами играть. Это очень простой, волшебный. И вращает всех деток того, кого я скажу. Приготовили? Да. Волшебный обруч, поднимаю, и всех в медведей я превращаю. Тихонечко все идем в группу. Я не знаю.